На галерее два черепа. Подстава с картинами. Ну давай подставу с картинами. I require your assistance in a matter. Now that Senator Barrico has closed his little arms for gold deal, he is ripe for the taking. Find a way to sneak into his apartment, steal the gold, and plant incriminating evidence against him, then leave undetected. Best of luck, gentlemen. О, тут бонус за скрытность. Угу. Да. Это не для меня. Ну что ж. Ничего, я буду сначала действовать. Senator loves to collect art, outsider art in particular. Lucky for us, the Capitol Art Gallery is hosting an exhibition this week. You need to take the marked paintings to the senator's apartment. They'll have cameras installed in them. On the inside will make your job easier, trust me. 75. Да. Ты планируй не посмотри. Планируй не видишь? Before anything else, preparation is the key to success. Ого. Фига себе. Серьезное какое-то дело у нас тут. Угу. Работник разложит патроны и птички по вашему указанию до начала ограбления. Ого. Мешки для трупов. Гранаты. Да ну, пусть ничего не оставляет, это еще бабки тратить. And now we prosecute this plan. Сумку с медикаментами в туалете оставить, не? Как ты думаешь? Ну, можешь. Я, кстати, в предыдущем этом бою лопаткой двоих или троих завалил. У тебя видится, что у тебя там, что у меня там медицинская сумка? The will to win, да, видно. Is nothing without the will. Excellent. Time to put it to the test. Жми. Ох, так тут, похоже, трехдневная операция. Ого. This is the gallery. You're looking for the paintings marked by a red sold sticker. We need at least four to make this work. The place is closed and locked down. Find a way in. Go. Okay, here's the setup. Looking for the paintings with the red stickers on them. Security is going to be on the heavy side. Cameras and guards. Ух ты, что-то красным там светится. Опа, мне чуть не заметили, е-мое. Кто там? Охранник. Видишь звон на кокос? Ага. Это он внизу через стекло? Угу. Крыша тут хорошая позиция для пулемета. Нам
А что-то зеленым светится. Твоя сумка или это то, что нам нет. надо? Какой-то этот самый гаджет. Нам его заполучить надо. Это вряд ли. Наверное, чем-то поможет. У нас ни лыжаков, ничего нема. Зачем ты сюда? Зачем ты сюда нас повел? Да, тут надо соответствующее оборудование. Ух ты, там охранник. Вижу. Один охранник, что ли? Ух ты. Там, там их куча. Наверное, отключение сигнализации. Да, тут бы всякие штучки бы могли. Ну, у нас, похоже, нет другого выбора, кроме как начинать штурм. Может, конечно, через дверь внизу пройти. Попробую. Да может, оно через окно там есть кто-то? Сейчас. Не видишь? Так, ну в этом зале пока никого не вижу. А ну-ка, сейчас я... Подожди. Я уже открываю. 75%. Ты, наверное, видишь. Угу. Вроде так, никого. Сейчас. Подожди, смотри. А это сумка. Это сумка с медикаментами. Ух ты, там, там один охранник смотрит прямо в твою сторону. Сработала, блин, дуйка. Какая дуйка. Попробую его сейчас зарезать. Он пошел. Он смотрит сейчас в сторону. Ты это ко мне? Нет. А сейчас... Погоди, надо за ним проследить, куда он ходит. Теперь смотрит в твою сторону. Я скажу, когда он не будет смотреть. Это там тот далеке? Тут, тут такой толстяк. Негр, по-моему. Да, негр. Там какие-то красные лазеры я вижу впереди. Ого. Ух ты, тут двое уже охранников. Ого, я чуть не свалился вниз. Ух ты, один пошел прямо к тебе. А негр стабильно смотрит в твою сторону. Можно спрыгнуть сверху и лопатка его. Опа, он сдвинулся чуть-чуть. Я сейчас прямо сзади него, но тут не получится, не разбив стекло. Хотя, тут одна крышка. Так надо выучить, как они ходят. Одна крышка приоткрыта. Опа, он сдвинулся, он пошел куда-то. А нет, не пошел. Он назад отошел. Стекло оранжевым подсвечено. Он на тебя смотрит, нет?
Опа, ты завалил кого-то? Да. А что ты с ним делаешь? Ответить на пейджер. Удерживайте F, чтобы упаковать труп. Взят. Труп взят. Сейчас его в кабинку положу. Надо было мешки для трупов заказывать. А он в мешке уже. Прикинь. Я, наверное, вынесу его вообще нафиг за пределы. Ну там можешь в параш его отнести. Да-то тут его выкинуть. А негр смотрит стабильно в твою сторону. Всего одного выкинул. Смотрит на меня. Опа, он... А нет, это не он, там другой пришел. А негр, да, смотрит в эту сторону. Он фактически на одном месте стоит. Тут вряд ли получится пройти. Может быть, где-то в другом месте. Блин. Скажи, когда он идет оттуда. Он уходит оттуда? Да не, он там постоянно стоит. Ух ты, тут еще. Ух ты. Все. Шла жара. Черт. Вот что значит, блин, без лучаков тут ходить. Да. Ух ты, тут решетки. Угу. Все закрылось сразу. Какую-то систему безопасности нужно включить. Надо через крышу, наверное, туда залезть. Отключить барьеры. Вот через парашу. Сейчас мы их с крыши отстреляем. Вы тогда лезьте, а я буду крыши строчить. Открываю дрель. Поставил дрель в комнату этих охраны. Держишься. Это что, тут точно такая низкая? Пулемета. Over here. Check your six. Tougher spots are rolling in. Подкрепление, да? Да. Я вот перезаряжаюсь. Так, блин, еще 129 секунд. Да, с пулемета тяжело стрелять. Целиться почти нельзя. Пробуй одиночными. Нажми. А, тут нету, по-моему. Подавляющий огонь. Чё тебе хламоны возле меня делать, не пойму.
Ух ты, ёпта! Что? Это там снайпер. Ого, они к нам пришли. Право мне попробовать отсюда убираться. Ох, нифига себе, да тут верт. Если что, ты знаешь, где аптечка? Да, знаю, но мне туда не пройти. Так, дверь открыта. Секунд у тебя. Все похоже. 6. Ох, ё-моё, сколько у тебя тут их. Местные снайпера тут завалили. Бэйн ведет переговоры. Пулемет, конечно, подавляет сильно, но точность у него страдает. Охраны, я уже заблудился. Ого, стену не пробили, нихера себе. Тут пробили. Это комната охраны. Ух ты, ты забежал. Меня через 30 секунд выпустят. А вот он. Вот такой вот еще сегодня на забору.
Еще орёт она. О, тут какая-то пилка нужна, чтобы все достать. Там сейчас откроется все. Еще осталось 43 секунды. Секунд. Все. Какие картины? Где солд? Я одну взял уже. Где ты видел? А там справа внизу кружочки красным солд. Вот тут еще одна есть. Где, где? Понял. Ого. Что тут одна есть? Ого, так я могу с сумкой бегать почти как без нее. Блин, патроны закончились. Ой-ой-ой, снайпер. Да, блин. Аптечку бери. Там есть еще аптечка? Вон она, бери ее. Рядом с... Рядом через... А в другой... О, вот такой стул. Бери. Беру. Офигеть, сколько. Что, прорываемся? Да. Да ну, это нереально. Ё-моё.
Ого! Итак, еще две штуки. Ага. Ох, у меня патронов вообще нет. Ого. Офигеть. Жесть. Да. Надо еще птичку оттуда стрелять. Блин. Где она, мать ее? С красным кружочком ищи. Да ищу. Нашел одну. Ух ты, ничего себе. Тут уже копы. Ёпта. Прямо возле нашего фургончика уже. Нашел. Иди ко мне. Да я не могу, у меня патронов нет. Меня тут зажали. Могу, но почти ничего не дается. Есть это и тут.
Да, с пулеметом что-то вообще тут как-то патронов нет. Может быть, потому что у копов нет пулеметов. Интересно, там еще есть? Да. А ну тогда погоди. 40 секунд. Вернись назад. Через 40 секунд меня выпустят. Я тоже возьму картину и свалим. Ну ты даешь, вот вроде бы вот так, прямо сейчас. Еще подожди. Сейчас посмотрим. У меня патронов сейчас довольно много. Попробую. Есть, взял. Тут еще есть. Сейчас я уже к вам иду. Сейчас я скину эту. И может даже там и не одна еще. Ого. Давай. Идем, уходим. Терракот. Да сейчас. Еще надо что-то. Нет, там слишком много. У меня пулемет мощный. Ого. Что, взял еще? Ага. Ох, они тут взялись уже. Все, кидай, быстрее. Ох, они идут сюда. Их тьма. 75 тысяч. Уходим. Excellent work. With these paintings in place in the senator's apartment, we'll have plenty of coverage. Like a Trojan horse, but lots of them. I'll set up the train with the senator's people and get us rolling.